Всем здравствуйте! Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» Реджис Филбин покинул этот мир в США. В заявлении его семьи говорится, что его не стало в ночь на субботу, за месяц до своего 89-летия. Филбин вел многие популярные телевизионные шоу, в том числе он был первым ведущим американской версии «Кто хочет стать миллионером», которую начали показывать в США в 1999 году. Как отмечает газета New York Times, общая продолжительность пребывания Филбина в эфире превышает 17 тысяч часов. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Дональд Трамп в Твиттере выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что он был его другом и призывал баллотироваться в президенты. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.